Извините за мой нос, опять заболел. Это я так чихаю, да, чтобы соседям было смешно. Зато чихнул все сопли на подушке, но стал дышать. Копишь голду, блядь, и тут на тебе, нахуй, проебал ее все. Возможно, мне в рулетке повезет. О, блядь, кто-то пришел, нахуй, там. Кто-то крадется. Какой-то тигр, блядь, крадется. Что надо, блядь? Кто там? В дискорде кто-то пришел, блядь. Кто там такой, нахуй? Что нахуй? Кто такой? Кто пришел? Кто такой? Пришел кто? Блин, ты что, забыл кто? О, господи, это Вата, ебать. Ребят, это Вата. Вата, пойдешь воевать? Привет, Вата, поздоровайся, у меня видеосъемка. Получается, что какая-то жопа получается, потому что, блядь, у нас что, битва за маяками? Да. Блядь, это плохо, надо разворачивать этого парня, чтобы ему... Ага, сука, хитрожопый такой, блядь. Давай, разворачивайся, нехуй тут, блядь. Давай, Зевса, ебашь его. Да там один Зевс, ребят, это плохо. Там один Зевс, это ты что ли? Вата, давай его, шквари! Вата, блядь, зашквари его, у меня один таран остался. Да у меня один. У него один таран, наш маяк! Вата, зашкваривай, или он маяк, блядь! Ну вот ничего, нельзя, ребят, понадеяться на этого пацана, жесть. Ну что, пацаны, готовы все в бой? Вау, блядь, заставка нихуёвая, охуенная заставочка. Это у нас, ребята, знаете кто? Это Ховер. Я сразу вспоминаю этот, и как он там был, мужик называл? Ховер, когда Игра престолов там толстый такой. Ага, третий, смотрите, второй, блядь, ага, первый, блядь, ага. Карта у нас какая? Дальняя. Давайте возьмем второй ангар. Второй, мать его, ангар, блядь, и выбираем любого хуечи. Теперь мы пошли. Тут опять же процедура, блядь. А, прикиньте, какая ебала. Так, давайте сразу уменьшим чувствительность. Какая ебала, ребятухи, блядь. Тут тупо не можешь выстрелить, потому что нет противника. То есть на Т-сервере ты не можешь пройти эту хуйнюшку, потому что у тебя нет противника. А, блядь, беда. Да хоть в стенку выстрелить, главное выстрелить. А ты где живешь, Джон? Я с Питера. О, здорово, Зёма. Да-да. Тёлка есть? Да, есть. Да? У тебя тёлочка, а сколько тебе лет? 22. Бля, по голосу скажешь, какой-то ты мелкий. Конечно. У меня реально голос мелкий, я подумал, щеглот какой-то, блядь. Там лет 14, может, 15. 22 года. Да, все так думают. У меня голос, не знаю почему. Ты в опере не поёшь? Трусы обтягивающие не носишь? Точно девушка у тебя, не мужчина? Нет, конечно. А то смотри, могут и перепутать, ебать. Сейчас ничего удивительного. Ночью ушел с девчонкой, утром проснулся, лежит мужик, блядь. Парик на стуле, а яйца его чешут твой подбородок, блядь. Так бывает. В смысле, у меня такого не было? Не подумайте чего лишнего. Я понял. Ну ты-то понял, а зрители сейчас не поймут. Начнут, фу, братуха, с трансвеститами спал. В принципе, ничего зазорного нет. В жизни надо попробовать, все. Ой, хуячий, да, слева? Да, я заметил, я вот прямо на него заохотиться захотел. Давай, пыдло, блядь. Не, забей. Чё забей, ща эту пыдлу я съем. Я иду просто на таранах, тоже на хуячи. Давай, мы сейчас эту пыдлу съедим. У меня 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прыжок кабана! Что ты в кого-то стреляешь, еблан, сдохни. Вообще, да, красава. Затрахали. В натуре этому хуячи досталось, сука, на огуречи. Знай наших, блядь. Блять, прыгуны хуя, чехпыхи, блять. Сейчас чехпыха, сука, за чехпычу. Давай, чехпыха, вливай, где чехпых? Вот он, сука. Давай, блять. Гребаный хуечи, весь дамаг забрал. Три тарана рулит. Давай вот этого, давай второго, давай трахать. Вот так, давай, выходи, не сы, чё сышь. Сыкуха, давай чехпыха. Галахат серьезный, вот для меня. Так он же на меня развернется, ты же его можешь шпилить теперь. Вот кто меня ракетами ебошит, непонятно. Нас сзади обошли, походу. А, вот, сверху стоит инвалид, сверху, блядь. Сверху. А у меня экран такой, знаешь, как-то темный, я ничего не вижу. Хелтоп присоединился, он выкинулся, короче, из боя, блядь. Очень обожаю таких игроков, ребята, в взводе. Обязательно найдется такой, который, блядь, меня выкинуло, извините. Блядь, меня залагало, извините. Вот прямо вот в каждом взводе, когда собираешь в любой игре, блядь, находится такой чудик, у которого все время, сука, налагает, все время что-то у него там отваливается, блядь, что-то у него там, блядь, потоп, пожар, короче, теща приехала. И он во время игры, блядь, в середине боя постоянно, сука, где-то там письку додрачивает, блядь, в туалете бежит, радуется там. Ай-яй-яй. Ужас, блядь. А враги чемпа. Да мне похуй враги чемпа. Что враги? Я чемп. Я чемп. И враги такие, блядь. Блядь. Блять, в бой пошли. Мы эксперты. Да хули вы меня тогда зовете в бой, блядь? Потому... А-а-а!
Ребят, дело в том, что это парни эксперты, да, я видел там 1000 кубков, охуенные эксперты. Нет, ну один может и эксперт, вот этот-то, блядь, меня на Корсаке просто удивляет, блядь. Сука, нахуя ты, блядь, Корсака взял, дебил ты? Блядь, привет тебе, большой тебе привет, блядь, чайник. Давайте сразу посмотрим. Это гонка за маяками, он Корсак побежал сразу по маякам. Интересно, добежит он? Нет, нет, не добежал, его заебашила гидра. Я так и не хочу быть следующим, буду прятаться. А давайте дадим возможность проявить себя вот этим парням, блядь, как они будут воевать. А я пока спрячусь, посижу тут, короче, в уголке. О, пойду покакаю. О, нормальная идея, да? Хорошая идея. Блядь, я чуть не прыгнул. Вот дурак. Давай, братуха, какай. Сейчас мы тут присядем. О, да, великая правда, блядь. Вот смотри, сейчас вот справа 4 ебала, блядь. Вот сейчас вот тот, куда вот этот сейчас. Хеллтоп сейчас, смотрите. Прятаться надо, Хеллтоп. Прятаться, блядь. А ты стоишь, нахуй, пизды огребаешь, блядь. Вот стой и прячься. Вот смотри, Ланселот один пошел, да? Он его дальнобойщик ебет. Ну прячься ты, блядь, ты, что ты за человек такой? Ты можешь прятаться, нахуй ты свой щит подставляешь, блядь. Их же большинство, нахуям ты так делаешь? Он уже спрятался, да, убежал, убежал. Это у нас фура. А фуру-то мы сможем чпокнуть? Да. Фура таки дура. Блядь, слил робота просто так, сука, блядь! Вот с раками поиграешь, блядь, начнешь как рак играть. Вот, ну что-то грибает, блядь, фура это. Может постоять их, что ли, подожди. Да, они тут все равно тискаться будут, нахуй, вдвоем. Че, сексом занимаетесь, да? Ну ладно, не буду. О, за нас играет три какахи, ребята. Три какахи, клан КЗ, Казмен. Бухой играет. Ну, оно видно, что бухой. А это Лео, ребята. Редко попадается такое животное, как Лео. В нашем зоопарке воробот. Сейчас мы с вами Минска трахнем, нахуй. Вот что такое, опять гидрист, блядь, ребята! Чё, блядь, Саня Минск? Оторвали тебе уши, сука. Гидрист, вот ненавижу! Вот чё, других игроков нет? Ну нахуя в меня-то стрелять? И вот пока ты идёшь, тебя чпили-вили, чпили-вили. Гидрист, ёбаный, ты где, блядь? Сука, это видас какой-то. Видас сосун, ёбаный, блядь. О, слева было 4 еблана. Сейчас маяк проебём. Проебут. Давай сейчас я раздолбаю ему этот щит. И уже можно добавить ракетки. Отлично, так, теперь у нас опять щит. И ракетки, хотя, блядь, там у него щита не было. Что у нас слева? Слева королева, блядь. Это у нас что за хуила там собирается выходить? Будешь выходить, хуила? Ну давай, выходи, хуила. Вот другое дело, блядь, сдохни нахуй, хуила. Давай против этого, давай, ну чего ты, ну, блядь, прыгай, вот, отлично. Смотри, а я его доливаю нахуй, видал, какой у нас с тобой тандем? Ты умер, а я живой. Отличная тактика, братан. Вата, можешь повторить так? Вата, можешь так повторить? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Ну, я прочитал туда и прочитал обратно. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Понял, я в музыкальную школу ходил, ёпта. Я на баяне, знаешь, как играю? У меня, блядь, о, ты чё, ёпсель, у меня на поминках люди танцуют. Ой, я ничего не сдох. Как ты, блядь, еще не сдох-то, а? Вот я удивляюсь. Должен, блядь, сдохнуть ведь. Все равно живой ведь, а? Ага. Ну сдохни, все, теперь ты точно сдохнешь. Теперь? Да, теперь пизда тебе, все. Не-не-не. Да, поверь, там 500 метров, ебать. Ага, спасибо. Все, сдохни как мужчина. Спасибо. Да, пожалуйста, ебать. Да ебать. Бросил, блядь. Товарища, блядь, товарищ, сука. Это не товарищ, который бегает, блядь, на кумико, это не товарищ, это, блядь, жаба какая-то, сука. Господи, вы видели это чудовище, блядь? Наташка на тридентах и спиралях. Вата, а потом видос посмотришь, охуеешь, блядь. Вот это животное помогает выиграть. Не, мне кажется, это помогает парень проиграть, блядь. А как ты вообще узнала про эту игру? У меня знакомый играл в нее. Он умер? Он посоветовал. Нет. А почему? Он просто ее удалил. Понятно, он ее удалил. Ну я, в принципе, ребята, я не удивлен. Тебе нравится игрок Вата? Вата, привет. О, что-что ты сказала? Я Вате привет передала. Вата, из Северной Осетии в Молдовию, в столицу цыган. Как ты думаешь, Вата цыган или он косит под цыгана? Я думаю, он косит под него. Косит под цыгана? А может, это братуха просто навешивает эти всякие погремухи? У меня, кстати, жена после вчерашнего заревновала тебя просто ужасно. Я посмотрел твои личные фотки, ну там, где я действительно обнаружил какой там размер груди.
А вот. Ребята, никому не светит ее личка. Можете не писать. Хотя в комментарии очень напишите в комментарии мнение, кто бы хотел бы заглянуть бы в личку. Она, в принципе, может прочитать комментарии и сделать для некоторых людей исключение за фуру на Зевсах. Идеальный вариант. Отлично. И фура на Зевсах есть, да? И друзья новые появились, девчонки воровать. Ну тут, короче, темный лес, а мы с ней, ребята, идем по левую сторону. Кстати, слушай, пока враг не подошел, пойдем со мной. Куда ты? О, как у тебя симпотно горят булочки. Ой, слушай, тут затесался паук к нам. Пойдем налево. Ох, как ты вертишь задницей. Слушай, только сейчас не крути попкой, тот паучок, и уйди, пожалуйста, от темпестов, потому что сейчас тебя будут темпесты лохматить твой щит. А щит тебе нужен. И может, ты пропустишь мужчину вперед? Кстати, ты любишь сверху или снизу? Я люблю доминировать. Давай, я переключу попкой потом. Тут как корж пришел к нам. Слышишь, секс втроем намечается. Корж, иди нахуй отсюда. Вот сука, корж. Давай, наверное, пизды ему вставим. Я пошел пизды вставлять. Я с тобой. Нет, ты-то куда лезешь? У тебя должен быть нулевой дамаг. Если ты больше меня дамага наберешь. Все скажут, что я лох. Не скажу. Ты не скажешь, другие скажут. Теперь ты за мной бегаешь. Ха-ха-ха, всякие. А ну сам повиляй теперь. Мужчина не виляет жопой. Это они поймут меня. 7000 подписчиков. Да тебе пиздячки. Так а где твои ракетки? Иди сюда, козел. Ищ. О, ты меня щитом прикрыл. Да, я мужчина, я такой. Я за дамагом бегаю, а ты там... Давай, подтягивайся ко мне. Не, чтоб меня защищать, он за дамагом бегает. Я мужчина, я как это? Я должен быть львом. Ты, кстати, кто по знаку зодиака? Я, кстати, лев. Охуеть! Спасибо. Какое совпадение, ребят, на самом деле я не знал. А я свинья. Ничего, бывает. Да, бывает. То, что братуха по знаку зодиака свинья, да? Или это город? Год. По знаку года вроде я свинья. На самом деле пизжу, ребят, не свинья, а то опять хейтеры появятся. Начну свинина звать. Погоняла мне дадут. Свинина. Братуха свинина. Софа. Не-не-не-не-не, Софи, уйди, пожалуйста. Уйди, у меня тут... Хочешь поздороваться? Только планшет не включай. Софи пришла. Софи, иди маму, пожалуйста, выпусти из ванны. Мама закрыта, бесится, что я с девушкой снимаю. Она ушла? Собрала вещи и ушла? Нет. А, по делам ушла. Ну и ты иди. Какой добрый... Какой добрый папа. Я всех ботов потерял. Ты серьезно? Да. Нет, нас шестеро. Да-да-да. Ну и... Если ты не будешь тащить, мы точно проиграем. У них 3 маяка. А, вот ты уже тут. Ты уже умерла. Пойдем в темный уголок? Пойдем. Можно я сзади? Нет, ну, если только можешь меня прижать к стеночке. Давай, я тебя прижму. О, носорог пришел. Носорог говорит, вы что там влюбляетесь? Говорит, видала? Сука, носорог говорит, вы что, собачья любовь там? Ой, как у тебя горят булки. Я сейчас... Да, я их сейчас потушу. Как он у нас смотрит. Да. Он, наверное, понял, что мы с тобой любим друг друга. Что-то головой кивает, говорит, не надо, говорит, сексом заниматься тут на улице, говорит. А я вообще до 10 лет посуду мыл в семье. А ты когда девственности лишилась? Я? Я еще раньше. Не поняла она, ребята, сразу вопросом за вопросом последовал такой вопрос компрометирующий. Ну, как всегда, братуха умеет. Братуха могёт. Последний бой, ребята, мы сыграем, и этот бой у нас гонка за маяками. Ты готова? Конечно. Пошлепай сиськами. Ой, в смысле. Шлеп. Ладошками, в смысле, похлопай. Нифига себе сиськи. Кстати, как ты к ливерам относишься? Я к ним отношусь. Ты сама к ним относишься, я понял. Ну да. Смотри, там слева Лео на мосту. Вижу. Вот он портит настроение. Отлично. Давай, перекадешивайся, не беги вперед. И боком не поворачивайся, там фура на Зевсах, блядь. Блядь, она в меня шпилит, сука. Я полетел. Прикрой, родная. Давай.
А у меня кончились боеприпасы. И ты куда-то улетел мимо. Вот сука рачелая. Если бы я ее аккаунт взял бы к себе в чемпионку, ее бы там порвали и даже не спросили бы, как зовут. А так вы видите, ребята, она нихуя не на последнем месте. Она держится в топочке. Первая, вторая или третья. Ну, первая, понятно, у меня ангар более прокачан. Но если бы этой девчоночке, хулиганочке, дать фуру на Зевсах и все остальное, нормальных роботов, и прокачать все это в топочку до 12 левела, я думаю, она бы дала бы просто пиздячки любому смайловцу. Ну, не любому, ну, точно бы 50% смайлов она бы нагнула. Она бы, наверное, атомов половину бы передернула. И еще бы, наверное, думаю, горизонт она бы тоже поставила бы раком. Ну, не всех, а, ну, процентов 50. Ну и на этом прощаемся. Говори пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лавки, дизлавки. Подписывайтесь на канал Братухи, ставьте лавки, дизлавки. Да, с вами была хулиганка и пилот. Пилоточник. Пилот.